Подкручивается. Надо хороший. За что задержаны были сотрудниками полиции? За стрельбу. Из чего? Из пневматической винтовки. По стеклу автомобиля. Для чего стреляли? Чтобы наказать, насколько в моих силах, за нарушение правил дорожного движения. Когда меня подрезали, я чуть не перевернулся. Понятно. И подрезали, причем именно таким же образом перестроились из третьего ряда, когда я двигался во втором прямолинейно. Приобрел через интернет пневматическое оружие.